Жень. Ну, на Гуляй зайдешь тогда все, давай до Ксиона доберем, чтобы РДшников больше было. Быстрее били. Да мне частенько надо, вот раз тут хуёво с этими, с магиями, давай лучше не буду. Ну и кружку я мог бы взять, чисто потестить. Мне прям с ринями вообще не везет, все равно наш никому не идет. Там же ломан видели, да, трэш нерфанули, да, этим хп. Ну как бы заебись, что. Побыстрее будет трэш убиваться. Сумоньте всех, кто в первых пяти пати. Это включите стрим, чтобы я не проебал момент. Когда там будете к боссу подходить. Спасибо. Хорошо, ты просто будь. Да я здесь, я наушники просто сух вытащу и стрим. Я ж все равно ж не понадоблюсь, точно. Я просто отойду пока. Да нет, хватает 3 ДКшника. Я подойду. На груля подойду. Паша, прыгай в танк, рунмейт кто. Поставьте еще один шкаф. Сумоньте Скибиди, Дексион. Что? Пока это сундук. Ласка, какие брать? Ты сопроты возьми, Скибиди, я РДДшный, этот, Коля и Петя возьмите РДДшный. Саш, я прослушал, что там Скибиди? РДДшная. Yeah. Как дела, Санек? Прима. Подсказывай. Техники в столик за. Да, все отлично. Чё такой недовольный, ругаешься с утра? Все нормально. Принимай, Женька, сумда, побежим. Ты чем-то расстроен, я чувствую. Скажи мне. Все нормально. Окей. Так, фласки давайте потом киньте, пошли трэш убьем. Этот. Я право вам, костыки пьем. Ты давай правому и рунмейт правому, Юи и мистер Бонд левому. Бьем все по правому, сейчас череп по нему вставлю. У нас эльф бездны появился. Чуть мистер Бонд будет ликовать. Всем привет. Привет, папа. Он ночно рожден. Нет, бета-тестер это любезный, и он ночнорожден, то есть ему плюс 10 энергии сразу. Тестер он любезный. Да. Слушай, погоди, мистер Бонд, кстати, вы на этого босса можете сразу прыгать в этого, в комбата, все равно. Я уже... Бета-тестер. А, хорошо. Бета-тестер. Вся первая пати будет играть по мобам. И мистер Бонд вместе с ними. Барменталь ты не относишься. Полинор тоже не относишься. Хант, ты играешь по мобам, когда активируется именно ум. Не играешь магическими абилками. То есть бьешь чисто залпом, обычными пулями. По-моему, прицельный выстрел тоже физуронный, не ошибаюсь. И верный, и прицельный, то есть градом тоже не стреляешь. А все остальное время бьешь по боссу, который активирован. То есть ты напуливаешь чисто собак, и в собак играешь, когда активируется ОМ. Яси. Был пацан, ну, еще МОБОЙ. МОБОЙ еще пришел. Бета-тестера тогда скинем. Тебе же, Саня, ничего не надо с этого босса, да? Ой, дядя Стэн пришел. Ничего не надо вообще. Ну, печенька, он там желающих вагон. Не, не лежь, остаешься, ты будешь по трэшу играть. Марсес, вставай, да. Не жди, пока рисунок. Марсес зашел быстрее сюда, туда и все, прибежал. Давай, хороший мой, вставай. Сразу уофайся, Санька, тогда ты. Так,
что тут еще можно лопнуть. Ну, в принципе, все нормально дальше. Барментально напоминаю, ты не играешь по собакам. Играешь по ним только когда активирован любой другой моб, кроме Лома. Активируется Лом, идешь, играешь по Лому. Саня, нам кому-то брентроль нужен? Есть еще клиент? Я уже нашел за 50 тысяч человек. Там еще две шмотки. Очень дешево продаешь, Саня. Очень дешево, Сань. Жига за 75 продал. Ну типа, продай-то продавай, но повышай, короче. Я не продавай, тогда давай другого, но. Не знаю, что. Все, ладно. Ставьте шкаф еще раз. Санька в офисе, ему бой в рейд. И все. Так, все, первое, пластику. Скибиди и определенный обмен за СПДшными фласками. Вышел. Так, Войт, ты там в ДЦ, да? ШПшки, я не помню. Суммоните этого эмобоя. Маш, тебе какую? Следующий, подходите, пожалуйста, ребят, быстрее. Подходите, кидайте. И скибиди тоже можете кидать за ДДшными у Юи и Хая. Фласки. ДДшные. Дальше. Ну все, мне там тоже уже много кто накидал. Смоньте эмобоя. И он эмобой сразу обмен либо мне, либо скибиди. Женя, шнурки. А. Также все, кто находится в первой пати, кто именно бьет по собакам, снимите триньку пламя вот это. Вечное пламя. Любую другую наденьте. Так, Паша рунмейт держит Шоума, Андрей держит Киглера Короля, Коля держит... Не, давай, Петя, ты держишь Шоума, Паша, ты держишь Трэш. Или наоборот. Давай лучше Петя, ты Трэш, я думаю, ты получше держишь, чем Паша. Короче, Коля... Но в любом случае будет ДКшник держать, либо ты, либо Паша. Я думаю, ты лучше, чем Паша поддержишь. Смоньте им обои. Паша, ты, короче, на Оуме будешь. Стаки скидываешь. Всем привет. Держишь? Здорово. Так, ему бой сум не принимает. Давай, дядя Стэн. Джан, кто там еще был? Ребята, давайте, все взяли эти бульки. Могу я... Дядя Стэн, тоже играешь по мобам тогда. Да, понял. Сумон, дайте только. Кинешь обмен Хаю или Юи. Все, став дружбу и начинаем сразу. Хан напоминает. Ты играешь по всем мобам, их напуливаешь на танка, который танчит. Когда активируется Олм, играешь. Уже не играешь по собакам. Два вара есть. Так что можешь тупо играть по. Напуливаешь, короче, мобов танка, который танчит. Все. Кулак по рогам дайте. Че на стреле пьет. Да, барменталь ты можешь оставлять, потому что ты не будешь бить по собакам. Это касается людей, которые бьют по собакам. Не лезь, шнурки, мистер Бонд, дядя Стэн. Вот эти люди снимают трини. Дайте, пожалуйста, кулак по вару. По рогам тоже. Смотри, Ома танчит у нас рунмейт, короля Киглера танчит уфолог, и Крош слепоглаз, звездочка печенька танчит Юи. Квадрат трусы танчит уфолог. И Унел танчит рунмейт. Все. Но твоя задача будет напуливать этот танка, который танчит. Все, готовность на пол, да, полетели. Барменталь, забери тьму.
Зорик, забери огонь. Раздаяние нахрен не надо здесь, все. Вначале никто никого не бьет, ждем, пока танки заберут, пока поставят, пока активируется первый моб. По декурсам определенно первую пати, Марсес вторая, Воксар слепоглаза на пол в Юи. Играем. Геру дали. Блять, по сальву по магу. Забирай. Отбегите, РДшники, назад, он прохиливается, кто рядом стоит. Идите за Громтру. Я скину. Даже бурсту не нажимал. На пулы по КД даешь. Сейчас Юи на пулы. Еще 5 секунд можно играть. Все, стопнули каст по слепоглазу. Ждем, чилим. Никто не бьет. О, мы приготовились на декурс. Собакам никто не играет, кроме назначенных людей. Собак забрать. Помогайте милики подтанчивать дядя Стэн и шнурки. Декурсы пошли. Так, если что, приготовься сейф рунмейна, только приготовься, и Зорик, это просто приготовься. Дядя Стэна, держите. Прохеривайте первую пати, короче, усиленно. Сейчас. Особенно варов. Шнурки и... Сколько там собак, хоть одну убили? Да, две осталось. Одну. Убьют. Отлично. Замечательно. Все, играйте, еще 5 секунд можно поиграть по ОМУ. Так, Кусяу Инер по стреле, не лежь по... послушай. Стоп урон по ОМУ. Кроша на пул, огненные бомбы выносим. И смотрите, этого не сорвите, если его срываете, он шотнет всех. Лучше не додамажься. Так, сейф отдаст Юи, и у кого там огонь стоит? У меня, Зорик. Угу. Значит, отдашь вот все два мастераур и массакру и огонь. Не забывайте огненные бомбы выносить. Живые бомбы, если точнее. Дарменталь, пока он не активен, можешь по собакам играть. Сальву по магу. Через 4 секунды приготовьте сейвы отдавать. Отдали сейвы. Прохиливаем. Уфолога прохильте. Стопнули урон по крошу. Никто больше не бьет. Так. Маша, кроша. Киглера на пул на уфолога. Тоже смотрите, не сорвите. Маша, отдай инерку стрель. А, ты же вся закинул. На пол уфолога сейчас, Киглера. Фантик. Так. Наеми, закастуй гимноману. Приготовьтесь прохиливать. Стоп урон по Киглеру. Никто Киглера больше не бьет. Стопнули урон. Прохил, прохил. Кроша на пул в Юи. И смотрите, не сорвите. Так, Паша, ты сейчас сейф отдаешь. Отдай, Зорик, огонь. Забери Барменталь огонь. Нажмешь на сейф на огонь. Когда скажу. Кусяо, как откатится и на постреле, не лежь, зальешь по скидине. Помогайте, Аполлинор, запомни звездочку и помогай косты что сбивать. Да, у Коли мажет.
6 секунд приготовили сейвы. Паша, чуть к нам подвинься, нажали сейвы. Прохилили. На Йоми Гим на ХП можешь нажать. Топ урон по крошу. Опять кроша, продолжаем бить, живые бомбы выносим. Так, Зорик, сейчас ты забери огонь, с тебя будет огонь масить сакра. Коля, с тебя избаун. Рунмейда прохильте. Войд, закастуй гимноману. Не лежь. Иннер по стреле. Рунмейда прохильте. Через 19 секунд нужно будет сейвы отдать. Через 10. Приготовили 4 секунды сейвы. Отдавайте сейвы. Стопнули урон по крошу. Прохилили. Слепоглаза на пул тоже в Юи. Если есть, послушай. Понятно. Еще раз. Охотник, ты можешь пособакать? Хан, ты играешь вместе с нами. Я же говорю, уже сказал в конце, не пришел. Играй вместе с нами по мобам, то. По боссам. Стопнули урон. В данном случае по слепоглазу. Опять слепоглаза, надо добить его. На пульсе по газу в Юи. Приготовьте сальву по магу сейчас. Просто мы трох. Добьем. Можно закинуть. Анты на пуле не Брунмейда. А в того, кого мы бьем? Ну типа вот на Юе висит, и его на него напуливает. Идите, эти хилы повосстанавливайте ману на печеньке. Смотри, Хан, если ты не понял, что ты делаешь, ты должен напуливать в танка, который танчит. Вот мы сейчас били слепоглаза, танк танчит, который слепоглаза, это Юи. Отбежали хилы. Войд, закастуй гимноману. Уже когда? КД? Значит, послушай, закастуй. Киглера играем. Сейчас на пол в уфолога, Ханты. Играй по Киглеру, по квадрате. Нележь, как откатится Иннер, зальешь по стреле. Кусяло зальешь по скибиди. Маша, зальешь по себе. Джеком назвал. Стопнули урон по Киглеру. И прохилили. Никто не бьет Киглера. Ома, приготовились декурсить, собак забрали. Первая пати сильно прохиливаем. Милики, можете подтаунчивать. На них доты, смотрите, не повесьте. Отдай какому-нибудь силоку. Тут маги все равно декурсят. Так, Зорик, вы забери тьму, приготовься что-то отдавать. И КС куда можно на Ома закидывать. Джанг, давай ты. Шнурки прохейте. Так, хоть одну собаку убивают? Да, убили двух.
Отлично. О, супер. Все, сейф не понадобится, главное прохильтить. Еще 5 секунд можно поиграть по-ловому, дальше нужно будет стопнуть. 3. Все, стопайте его по-ловому. Опять ом. Не успеем добить, поэтому тоже собак убиваете. Первую патчу усиленно прохиливаем. Собак забрали. Да, дайте Сигеру. Ну, нажми Геру. Все равно даже с Герой даже не добили бы 50%. Мне тьму отдать? Нет, ты оставайся с мой. Так, Маша, у тебя иннер свободный меня показывает. Залей по стреле. Успеете собак добить? Да. Все отлично. Не, правильно. Не фиксерить, надо скиву использовать. Стопнули урон по лому. Кроша напулили, живые бомбы не забываем выносить и добили. Потом РДДшники, ой, не РДДшники, хилы, можете восстанавливать эти ману на Олму, когда добьем. Крошу не подходите, живые бомбы выносите чуть-чуть с рейна, на кого вешается. Сейчас Олму все будут убить, в собак не играть. Если еще Киглер остался. Ну, я имею в виду, если Олму против. Да, если Олм открывается, забивайте на собак, просто Олм убивайте, идите хилу восстанавливать ману. И у Фолга только останься прохиливать этот Зорик. Только не подбегай к Киглеру. Потом, как добьем, сразу пробегайте все. Пока можно на наборе в гильдии поспамить. Олма, сыграли, на собак забейте. Паша, можешь тоже на себя собак подтаунчивать, Коля тоже там помочь. Так, Кусяо иннер по скибиди. Все, стоим, чилим. Активируется даже дальше Киглер. Коля, можешь забрать, пойти короля отвести. Киглер, да. Киглера, милики тоже идите играйте все, только не сейчас, когда активируется. Ну, и смотрите, он когда будет кастовать вулфолога, вы отбегаете просто от него. Если не успели, просто прохиливайте их сильнее. Главное на пулы сдайте. Да, и милики почитаем. Вон, кастует вулфолога, сразу отбегаем. Отбежали. Вон, чуть-чуть там надо отбегать. Паша, ты не бей. Лишнюю мусульку. Ну чё, не отбежали. Урон получается. То есть он кастует, но уешкой просто бьет. По вам урон не проходил. Хотя прохиливают, можете стоять бить. Вроде вас хилят. А Маша как откатится иннер, сразу по стреле. А Андрей как добьем, попослушаю, зальешь. Не надо, у меня собак еще. Но все равно что скилл держать. Кусяло в скибиди залей. Приготовь тема сейф, даст Юи. Сейф. Отдавай, Коля, уже. Все. Милики бейте, миликов прохиливайте, их дамажит немного. Кто дает меньше 6000 ДПС из миликов, убегайте. Потому что хилите босс. Не лежь, как откатится иннер по стреле зальешь. Если есть ПС, поможешь закинуть.
Милики, отбегите, Хекс скинет, если не отбежите. Кот, можешь оставаться. Все, идите бейте. Потом не чилим никто, сразу же побежали на Гаруля. Просто пробежим, да? Да. Все те, кто в танках, все вставайте в танк. Милики отбежали. Будете ловить руки. Можете идти бить, милики. ПСК есть? Послушай. Скажешь, когда, чтобы я прожался как раз. Я уже. А, блин, меня просто не показывает иногда. У меня подвисает просто, блядь. Вот, хер. Потом спросишь. Подожди 5 секунд, спросишь, там тебе расскажут, как чтоб меньше глючил. Да не, просто ремонтнуться надо. Тут вот так подвисалось. Там есть аддоны, и мне Андрей тоже помог, уфолог. Намного меньше лагает, если слабый комп. Даже если не слабый, все равно разгрузит очень сильно. Сейчас 2700 показывают. Миленький Хекс получите, отбегите. Вот оставайтесь. А вы слышали, чтобы... Чтобы тут такое мнение, если на Олме будет лог держать Красноярск, то этот каст скипается, который вот он бьет. Там как когда, там иногда этот скипается, иногда не скипается, поэтому лучше не рисковать. Мне вчера типа объяснял, говорит, запы. С самого начала надо просто поддерживать, чтобы один лог был. Вот, блин, детектор почти постоянно висит. Сейчас 3 человека. Да, у Джипси еще один, у Гламура оба они играют. Ну, короче. Саша, что ты говорил за аддоны? Просто я сейчас сижу на мобильном интернете, блядь, у меня ПКД лагает. Тебе этот потом расскажет. Там есть аддоны, вон у нас папка аддон FPS называется. Там они очень сильно улучшают FPS. Поэтому. Так, Женек, тебе босс нужен был? Кому там, в детей что-то там хотел? Чтоб по фасту разобраться. Да, мне. Нет, ты встань. Мне нужен, да. Хорошо. Хорошо. А, Сань, может по фасту револнуть? Да, конечно. Там сумм, ставьте шкаф и сумм делайте. Также все петов вызывайте. Все магии в идеале во фростов прыгайте. Тебе Враска ничего не говорил? Нет, а что? Ну, Иван Гельгельевна. А? Ну, я знаю, что он Гельгельевна. Я сейчас узнаю. И рядом с ним стоит. Что? Рядом с ним стоит. Убей его. И все. Напиши, что мудак. Ничего не написал, потому что...
А что случилось? Кто мудак? Да, так. Дядя Стэн, тебе надо что-то за этого босса? Сейчас гляну. Хочу жениками сейчас закинуть. Не-не-не, надо, закидывай. Все, давай тогда офни персонажа. Смоньте всех, кто в первой пати. Первая тире... Пятая. Ребят, поставьте джипс, пожалуйста. Поломанный. Ну, у меня за смоньте плес. Спасибо большое. Так, еще раз сумоньте Женька, Барменталя. Послушаем. Смотрите, не загрите, вон там, где петы стоят. Все, у кого есть петы, это Хант, все Локи, все магии в крест ставят. Блин, что они не ставят? О, в крест ставят петов своих. Зорик, смотри, твоя задача будет, блядь, куда-то. Это на меня бегут, сейчас я пойду вот от вас пойду. Меня ресните. В чем моя задача пока? Смотри, там будет кастоваться адский удар, твоя задача под каждый адский удар массакру нажимать. Мастера урна огонь. Только через бабл жми. Ну, каждые 5 минут? Я шел тут, короче, я танчу или руки? Ты танчишь. Петя, Коля, Паша закрывают руки. Паша, ты закрываешь вот с этой левой стороны. Левая сторона плюс выход. Петя, ты закрываешь миризона плюс центр, ну там дальше к выходу. Коля, закрываешь правая сторона в начале и в конце. Ну, то есть к выходу. Правая сторона — это где огонь, да, падает? Да-да-да, там первые разы там закрываешь, потом там... А адский удар каждые 5 минут? Адский удар там может чаще быть. Ну, у меня твоя задача нужна. Ну, значит, без этого будешь давать. Без баба. Когда есть баба. Можно огонь, пожалуйста? Главное, короче, прожать. Сокру можешь отменить, типа, главное ее прожать, пиздец. Так, это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь петов, восемь уфолок. Шнурки не режь, под лицом стоят. Мистер Бонд на подсейве. Если, блядь, не могу петов. О, как падло. Рыбу ставлю. Еще раз, послушай, ты заходишь или нет? Да. Рыба стоит. Рыба стоит. Хватит. Все, сумоните, послушай, и будем. Ну скажи, что не будут ему давать муты, если хочет, пусть возвращается. Он, блядь, бисовый был. Хан взял ливну. Понятно, кохе. Я ему муты по колено забрасывал. Просто он стоп пиздит и все нахуй. Во время рейда. Надо, не надо, он, блядь. Даже парень не обиделся за то, что мы дали мут. Но это, блядь, это девка какая-то. Все. Это во время рейда. Короче, так как у нас станчит Мишка, сразу не врывайтесь. Дайте ему поставить. Все руки должны быть закрыты. РДДшники, будьте на пацеле. У нас типа 3 танка должны. Так, кто там мой мэнит? Ее? Уфолок. Его меньше пробивает, чем Коля. У него защиты больше. Так. Да и здоровье. На кого там кинуть еще орехи свои? Смотрите также за петами. Я буду говорить, если какой-то пет умер, ну старайтесь прохиливать. Там включите, у кого вуду включено, чтобы петов прохиливать. Так, стрелять не могу. Все. Все. Так, я, значит, не резону центр. Да, ну и ближе к выходу тоже стараешься. Ну, до туда я не успею. Нет, стали, давайте. Раз, два, три, Гера пошла.
Ну, как по возможности. Что кричи, чтобы закрыли. Ну, прям по боссам ее закроют. 9. Падский удар в Андрея, разворачивай. Еще под лицо кто-нибудь. Мистер Бон, давай ты. Дексиону рез, Маша Ону. Под боссом. Еще адский пошел. Бля. Под боссом руки. Короче, давай диван. Кто-нибудь. Нет, как получилось. Еще раз, под лицом всегда стоит не лезь. Я забежал. Друид вроде тоже бежал. Да, этот, просто мне минус дайте, у меня пэт обратно ко мне побежал. Сейчас. Диван был, встань какой-нибудь шаман. Ну, не есть. Давай, Жень, сейчас стреляй, встал. Вот, хотя бы один честный человек, я сказал, вот, я опять проебался. Ну, я тоже всегда признаюсь, когда провел бойся. Не, ну, типа, я из нестандартных людей, это, короче, обычно, блядь, 100 тысяч 500 отмазок, нахуй. Так. Еще раз рыбу ставлю, смотрите, босса не загрите. Все то же самое. Петов в крест. Пожалуйста, не спекло. Мелизон за спиной босса есть? А, есть, мистер Бонд там. Хэпау будет стоять, Женя с Кибиди тоже стоит Мелизон. Там руки просто не закрыли под боссом. Мистер Бонд, на тебе будут тогда первый, Женек тоже. Закрыли руки, вторые... Просто когда руки, есть. Я уже под лицо побежал. Ну я понял, понял, все, нормально, сейчас не должно быть. На крайняк я останусь, Мелизон. Предупредите раз заранее, не закрыть. Не ориентируйте где. Еще одного пета не хватает. 6 петов, все, 7. Рунмейда засмоньте, шкаф поставьте. Все, готовность на пол. Прибавьте рунмейда. Что-то не хватает, нахуй. Дайте там что-нибудь хватает, что не хватает. Яру давай. Все нормально сейчас. Сяло, сколько? Под боссом. Под боссом руки. Не закрыли руки, алё, блин, руки закрываете. Поздно, ты сказал, блин, не успел уже. Вот Сара, ну. Копии нажми, Лера. Закинь ПС-ку.
На пулы давайте по КД, пожалуйста. Закройте руки рядом с выходом. Закрыли. Я буду под боссом закрывать и в центре. Это пока все живы. Наверное, еще Андрей один ошумляющий будет. После уже адский. Все, следующий адский точно будет. Давай, Юзорик. Руки закрыли. Ладно, сильно не буду грустить. Если отец убежал, походу. А, это не ты, это кот бегает, блядь. У меня своя пока еще включена. Да, и видишь, я уже так. Мне пришлось стопать очень сильно, ДПС, чтобы не срывать там пару срывал. Очень много рук около входа. Закрыто. У нас три танка, все должно быть нормально. Так, Кусяо, Инер, попослушай. Маша. Девяносто шесть ярости будет, 97. Один ошумляющий 100% будет. Тогда зубы отдадим. 10 секунд еще секунду. А, будет хватать, как раз откатится. Надеюсь. Жми, если есть. Нормально. Нажал. Пета в прохильте, шнурки прохильте. Моего пета и Локсара. Ага, хорошо. Руки закрыли там? Так, стреля, подбеги в мили-зону, не лежь после ошеломляющего удара, постреляй и не разобьешь. Наем и гимн на ману за кост. Руки все закрыли? Да. Ну давай, по определенному. Под боссом я стою. У нас не будет ауру, но есть тьмы. Поменяйте на третью ауру. 94. Еще будет парочку. Я думаю, Андрей еще будет один ошеломляющий. 20 секунд, когда? Ну, зубы закинешь, послушай по уфологу, когда будет адский кастоваться. Вот, можешь после ошеломляющего сразу закидывать. Закидывай. Прохил Локсара, Марсеза и Пета. Хорошо. Дышала все-таки. Нормально. Главное, уфолога не потеряйте и все. Дальше добиваем.
Войд, закастуй тоже гимн. Дальше кому лут не нужен, летите на магию. Так, будет 90, будет еще 11. Босс. Босс повернулся, ты его приведу, блядь, босс. Нормально. Будет. По идее. Все, отлично. Руки, руки, руки закройте. Хорошо. Молодцы. Так, послушай, пока гимн закастуй, нормально. Тебе. Я приготовьтесь, может быть, тупорылы адские, короче, прям в рейд, не проебитесь под либалами стойте. Все, кто сейчас бьет спину, смотрите, будет Андрей разворачивать на Варинадский, перебегаете. Тут. У кого входа руки? Убежать. Гимн на ХП нажмите. Все, добиваем. Все, ставлю шатра. Текстурами вот этими зебанами, блядь. Опять кондёр. Заебись, заебись. Ну это не на того уже, да, уже всех набрали. Если их много в рейде будет, то она вообще чокнутый тренинг будет. Так, у нас уже было бы 6 штук, если бы 2 человека играли. Резните, ребят. Так, сейчас будем ебашить морф.